Сергей Пупко привез урагана. У нас была служба, богослужение, а потом собрание. Никого нету. Сейчас, подожди, я кого-то позову. Вот он где. Ураган. Ой, ой, ой. Ураганщик, да ты что? А кого он ищет-то? Может, кошку. На выставку уже не ходит? Ой, ну, ой. На выставке-то и не ходили, на соревнования. Ага. Ему надо сходить куда-то. Вот так. Все, мощащийся к стене. Про них много в Библии написано. Вон оно как. Ну, слава Богу. А то тут ты их водишь, у тебя решеточки, то все. Мы вчера смотрели, где-то в зоопарке стекла одни, а с той стороны львы отдельно, медведи, а ребенок стоит, он бросается прямо на него, ну, в стекло ударится. Прям, ну, вплотную одно стекло, он стекло, видать, пуля непробиваемая. Страшно, зачем же так делать? Прям бросается лев, хватает, а ребенок назад падает. Ну вот так. Ладно тогда, пошел я, Сержа. Будете кататься? Нет, не буду, я едва стою на ногах. Ладно тогда. Вот так, дали Господь. На. Ключ, Володя. Открывай. Ты хочешь кататься на нем? А! Ну давай, посмотрю, что получится. Вон раздевшая опять вышла одна. Подожди, ураган. Кость, подержи его, а? А мне не так. Не заморайся. Что, пылить? Бегать хочешь? Вон какие машины. Разъехались уже. Ой, он чемпион России был, проехал всю Россию и Европу. В Черном море купался, в Тихом океане, и где только он не был, ураган. А, ой, в каких каналах он купался? В Каспийском, Черном море, Балтийском. Даже трудно поверить, где он не был. В Черном море с обратной стороны от Турции был. Ну, Сережа, скорее. Давай. Сергей, маленькие лыжи навостряют. Сейчас кататься будут. Там надо, чтобы кто-то шел и позвал. Так, уезжай. Это Андрей. Вот там стоит, видно, Анфиса и Еремия. Вот это Ерема называем, Еремия. Вот он, Еремия Барабаш. Вот у нас такая чудная ограда, 13 соток. А вон сзади красное здание, видать, это краевой суд, где меня осудили. В 86-м году, июль-август. Вот это там видно здание. Ну, это принадлежало горному инженеру. Тут же дело такое горное было. До революции здание. Ну, как церковное. Очень хорошее. Ну, и здесь вот эти какие елки. Я ничего здесь не садил, на готовое пришел. И вот это все мне вырешили. Сейчас этой местности, где мы остались, и с первой литургии, следующее воскресенье будет 20-летие ровно. О.
Володя, все, бегом. Давай, 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 давай. Во. Что-то ты долго засупониваешься-то, как на войну собираешься. Ну что такие-то? Сунул ноги, да и сразу поехал. Давай там, зови девчонок, посмотрите, как кататься на лыжах. Бери его. Сергей развернулся. Всем один. Ураган! 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 Ко мне! Ко мне! А ко мне, ураган, скорее, 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 иди. Ой, снегу хватанул. Ну-ка. Надо, чтобы там была цель, куда оттянуть его. Ну, у него шлейка, он на шлейке, если потянет, то упадет. Так, поедешь еще, нет? Отдай ему, пусть он едет. Ну, а ты прицепил, теперь не отцепишь. Ну, ладно, я ушел, Сережа. Ну давай еще раз, прокатись. Ворота-то ударит. Ураган, 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 ко мне, ко мне, ко мне. Ой, снег ест, ну ладно. Он уже отвык. Я его вижу-то только летом. Ну вот. Вот это. Ой, ой, ой. Все, залез.